В результате перестрелки в канадском городе Фредериктон погибли по меньшей мере 4 человека, в том числе 2 полицейских. Еще несколько человек с ранениями госпитализированы. Такие уточненные данные представила городская полиция. Подозреваемый задержанным оказался 48-летний местный житель. Его мотивы пока неизвестны или не раскрываются. Сообщения о стрельбе поступили в экстренные службы около 7 утра. Район ЧП блокировала полиция. Спустя пару часов было объявлено о задержании подозреваемого, и лишь к середине дня власти сообщили, что угроза миновала. Телеканал CBC приводит рассказы очевидцев о мужчине с ружьем, который обстреливал улицу из окна дома.